Вот такие тиски. Состояние вполне хорошее. Здесь постучали немножко чем-то. Здесь трубка типа была приварена сюда. Она оторвалась. Ручка не крутится, винт не крутится. Чуть-чуть погнуто. Будем разбирать, смотреть. Здесь состояние. Ну, ржавчины не так уж и много. Посмотрим. Посмотрим, тут чем-то отмачивали маслом. В общем, состояние вполне хорошее. Опа. Здесь не стучали. Все супер. Сейчас попробую здесь поковырять, вытащить шарики. Ну вот, в общем-то, все разобрал практически. Винт в идеальном состоянии. Резьба двухзаходная. Гайка тоже в хорошем состоянии очень. Нигде повреждений не видно. Состояние под шарики идеальное. Все выкрутилось даже без ударной отвертки. Здесь шайба, которая сюда вставляется, латунная или бронзовая, вообще превратилась в труху. Это втулка, которая защищает винт. Вся помята. Просто труба, кусок трубы. Подумаем, может, можно какой-нибудь там сделать, типа как фильтр от стружки. Еще такая была. Ну, тоже это, наверное, часть этой бронзовой втулки. Так растерлась в конец. Единственное, застряла направляющая, никак ее не вытащить. Пробовал бить сюда в торец медным молотком, просто плющится. Видно, что там фетровое уплотнение еще есть на месте. Думаю, если продавить прессом, то выйдет. Единственное, буду давить сначала вперед, как бы закрывая тиски, зачищу, а потом обратно, чтобы не было задиров. Подогнано все очень четко. Там видно клин поджимной. То есть по мере выработки здесь можно поджимать клин и убирать люфт. Вот такие вот тиски. Heyer Front. 80 лет тискам. 125 мм ширина губок. Губки не сильно такие побитые. Состояние отличное. Никаких вмятин нету на насечке. По-моему, эту насечку наносится вручную. Зубилом наносили в то время. Такой прям ржавчины там нету, по-моему. Мазут такой, что руки уже три раза мыл, так и не отмыл. Это так вообще просто. Потом нашел перчатки. Все, пошли. Если будет что-то отклоняться, сразу говори. Гидравлика. Надо свой пресс делать, короче. Сейчас пум, вывалится и на голову. Просто грязь. Там, наверное, уже шток заканчивается.